Сборная команда Владивостока активно готовится к первым международным зимним спортивным играм «Дети Приморья». Ребята примут участие по всем 8 видам спорта. В сборной команде 49 юных спортсменов, которые уже 19 февраля выйдут на парад открытия игр в концертно-спортивном комплексе «Фетисов-Арена». На трех площадках будут проходить игры, и на сегодняшний день уже в полном объеме команда города Владивостока тренируется и готовится защищать честь города Владивостока. Я надеюсь, что наша команда выступит так же успешно, как и на летних играх. По словам начальника управления, меньше опыта у спортсменов в кёрлинге и беговых лыжах, но тем не менее они активно готовятся к выступлениям. Есть команды и с хорошими перспективами. У нас команда собрана в полном составе, то есть мы представили абсолютно все виды спорта, даже тот для нас новый вид спорта, как кёрлинг. Ребята у нас покажут свои лучшие результаты. Мы будем, конечно же, болеть сильно за ребят с хоккея. Это юная школа «Адмирал». Ребята очень сильные, представляют город Владивосток, и я надеюсь, что покажут свои самые лучшие результаты. Помимо этого, ребята с фигурного катания, то есть есть у нас надежды среди девчонок, которые уже на сегодняшний день показывали результаты на российской арене. Участники сборной тренируются сейчас не только во Владивостоке, но и на выезде. Сразу могу сказать, ребята со сноуборда выехали на сегодняшний день на Сахалин, то есть тренируются там. Ребята по горнолыжному спуску тренируются и в Арсеньеве, и на выезде. Там очень сильная команда представлена от города Владивостока. Это на сегодняшний день победители не только Приморского края, но и Дальнего Востока. Напомним, первые международные зимние спортивные игры «Дети Приморья» пройдут с 18 по 23 февраля. В играх примут участие более 1000 юных спортсменов из 30 муниципальных образований Приморского края, регионов России, в том числе Дальневосточного федерального округа, Республики Беларусь, Узбекистана, Китайской Народной Республики и Корейской Народной Демократической Республики. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на восьмом.